Компания Xelud является разработчиком 1С ВМС. Эту систему мы разработали еще в 2004 году и с тех пор ее активно развиваем. Она прошла уже много этапов, стала очень функциональной, очень удобной для пользователей. Основным преимуществом ее, конечно, является то, что она построена на платформе 1С предприятия. Это, как известно, открытая платформа, позволяющая найти легко специалиста профессионального, позволяющая самостоятельно поддерживать систему. Но это как бы не единственное, естественно, преимущество. Она легка в настройках, в эксплуатации. Она может обеспечить работу практически любого склада, от самого маленького. В нашей практике были склады на 400 квадратов с фармацевтикой, до очень больших, как сейчас, например, идут проекты на 25 тысяч квадратов и более. Соответственно, важным преимуществом является не только свойство нашей системы, но и свойство нашей компании, как Xelud-а. В первую очередь, это персонал. У нас работают высококлассные специалисты, многие из которых работают у нас уже много лет. Они набираются опыта в течение проекта под руководством более как бы продвинутых специалистов, старших товарищей. И учитывая, что компания сделала за эти годы уже более сотни проектов, наш опыт, наша экспертиза, наш персонал – это то конкурентное преимущество, которое мы можем предоставить нашим заказчикам. Наша ВМС-система, как и все основные современные ВМС-системы, построена на принципе штрих-кодирования и автоматизации процессов при помощи использования терминала сбора данных. Каждый сотрудник, который работает на складе, имеет свою уникальную учетную запись, свой уникальный ключ доступа в систему для того, чтобы инициировать начало работы в системе. Сотрудник берет штрих-код со своими учетными данными, сканирует их на терминале сбора данных и осуществляет те операции, которые доступны ему согласно той роли, которую он выполняет на складе. Основные операции, которые мы можем автоматизировать, это приемка, размещение товара, отгрузка товара, подпитка товара, отбор товара. Ну, все основные, в общем, складские операции наша система позволяет автоматизировать. Тут можно увидеть пользовательский интерфейс нашего программного обеспечения. На экране терминала сбора данных можно увидеть интерфейс терминала, с которым работает сотрудник непосредственно на складе.